Мы купили эти коржи хрустящие. Они называются коржи для торта. 90 грамм закуски и десерт или корна. И сами коржи я хочу оценить на 5 из 5. Вот. Еще мы купили сгущенку вареную. Сейчас я ее открою ножом, как настоящий мужчина. Нет, это плохая фраза. Я сейчас открою ее ножом, как настоящая женщина. Нет, это тоже плохая фраза. Я сейчас открою ее ножом, как воин. Настоящий воин. А, или это не тот нож? Сказал, что это продлится минуту. Уже минута прошла. Ты сейчас не снимаешь, да? Или ты говоришь, что во время съемки? Я еще снимаю. Сейчас я открою. Вот я научилась этому в тяжелые времена походной жизни. Пожалуйста, не делать это дома. Так говорят, да? Да? Так говорят. Как перевести don't try this at home? Ну, Костя! Так и перевести. Ты что, русского не знаешь? Не пробуйте это дома делать. На улице можно. Вот, как видите, я ножом открыла сгущенку. И сейчас я возьму эту сгущенку и намажу на кого? На коржи. Нужно некое оптимальное количество сгущенки, чтобы не слишком мало, но и не слишком много. Я только что объяснила вам значение слова оптимальное. Дополнительно. Все, мне надоело.